Как-то я гулял со своей подругой, увидел мусора много. И она начала мне жаловаться. Вот тут ничего наше правительство ничего не делает. А я сказал, я могу, я это сделаю. И с тех пор я могу это делать, я это делаю. А мусором я занимаюсь так, в свободное время. А так и помогаю всем. Это от детей-сирот до новороссиян, это беженцы. Мусора я собрал около уже 1000 мешков есть у меня, на моем счету, 1000 мешков есть. Убираю я везде по городу, где могу добраться, где не убирают правительственные службы. Менталитет у людей такой. Прошли, покупали свое дело, сделали и ушли, оставили. О себе не думают. А земля наша, она устала, сильно устала. Надо ее беречь. Земля, она живая. Ко мне уже напросилось человек 10-20. В эти выходные мы сюда выходим и полностью убираем мусор. Мешки будут, перчатки будут. Многие люди думают, то, что я хочу избираться куда-нибудь туда, в депутаты или куда-нибудь туда, в правительство. Я далек от этого, это не мое. Я человек народа.